В Рубежанском городском музее открыли экспозицию «Рубежное АТО». Организовали выставку местные полицейские и общественники. В Луганской области подобная экспозиция единственная. На ее открытии побывала и наша съемочная группа. Патроны и гранаты, каска-приманка для снайпера из станицы Луганской, снаряд от РСЗО «Смерч», из которой террористы обстреливали Лисичанск, сбитый под Трехизбинкой беспилотник российского производства и даже государственный флаг Украины, вдохновлявший киборгов в Донецком аэропорту. Все это добро по крупицам собрано волонтерами из организации «Никто кроме нас» и сотрудниками местной полиции. Каждый из экспонатов наполнен, будем говорить, своей легендой, своим отношением ко всему происходящему. Хотим проехать, показать, что все-таки российские войска у нас присутствуют, что это не продается в супермаркетах и военторгах. Мать военнослужащего, который сейчас несет службу в одной из самых горячих точек востока страны, передала музею новый экспонат – часть аптечки своего сына, с которой он воевал больше года. Вся аптечка с ним, ну это не аптечка, а вы зрозуміли, это бинт. Вона побувала з ним в Пєсках. Звідти вони виїхали 2 тижні тому. Организация экспозиции планирует сделать выставку передвижной, чтобы как можно больше людей, проживающих в Луганской области, узнали правду о трагических и героических событиях нашего региона. Иван Полупанов, Илья Трофимов, Події.